Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и мы продолжаем ходить на умное и интересное кино. Только что вышли с Макбета. По Уильяму наше все Шекспиру. Замечательные актеры, замечательная картинка, все очень красиво. Теперь только осталось мне вам рассказать, стоит ли на него ходить или нет. Ну, начну с того, что, конечно, больше... Это больше не фильм, а театральная постановка. Несмотря на то, что это происходит в реальных... Не в декорациях, а на природе, на улице, в общем... Но все-таки Шекспир писал пьесы, и поэтому в основном здесь идут разговоры, крупные планы и так далее. Поэтому не стоит ожидать от фильма большой динамики. Тем не менее, создатели, конечно, постарались его адаптировать для современных зрителей, и опять же, нам говорят, что это фильм по мотивам пьесы, а не конкретно пьесы Уильяма Шекспира, потому что кое-что оттуда убрано, кое-что переработано, естественно, добавлены батальные сцены, то есть, чтобы совсем вам там не заскучать. Я не думаю, что... Ну, знаете, вообще, лично меня отвратили от всяких... театральных походов в школе, когда заставляли, ну, были обязаны сходить на определенные спектакли, типа «Павлинки» по нашим белорусским классикам, или «Бесприданница» нас, по-моему, водили, если я ничего не путаю. Нет, «Гроза», вот, «Катерина» и так далее. Вот. И мне смотреть театральные постановки по классике с тех пор неинтересно. Я если хожу в театр, то на что-нибудь современное, современных авторов, современные спектакли. Поэтому я люблю фильмы, которые что-то делают с классикой, могут ее близко к оригиналу показывать или как-то переделать, хоть как-то, чтобы мне хотелось это посмотреть. И вот «Макбет» в этом плане мне очень понравился, то есть я наконец-то узнал, о чем писал Шекспир, о чем эта пьеса, уж извините мою неадукованность такую. И я вам рекомендую на него сходить, но опять же повторю, только если вы уже зрелый человек, школьникам, не знаю, мне кажется, это будет не особо интересно, как и вообще тинейджерам и там студентам. Все-таки фильм заставляет смотреть, что происходит, и ну, не соображать, как-то лучше сказать, думать, о чем нам показывают на экране, то есть в процессе фильма. Ну, а о чем «Макбет»? О жажде власти, о том, как ты предаешь друзей, и как рок, я не знаю, ну, вера в свое предназначение меняет человека полностью. Меняй меня полностью. Замечательные актеры, постоянные крупные планы, в том плане, что если плохой актер, его очень сложно показывать крупное его лицо. А когда идут паузы и на лицо человека интересно смотреть, ты понимаешь, что с ним происходит, то есть, когда он выражает эмоции мимикой настолько, что, ну, блин, ему начинаешь сопереживать и становишься на его место, то, конечно, это вам не, блин, «Зойка-пересменщица». Не устаю напоминать этот фильм, когда просто здесь вот 2 часа фильм, и там 2 часа, и там после 10 минут уже зевать хочется, потому что это экшен, блин. А тут, хотя, вы знаете, вот «Макбет» где-то во второй половине начинается такой уже трешак реальный. То есть прям... Это одна из самых мрачных пьес Шекспира, имейте в виду. И здесь еще так это все подано, полный рост натурализма. Что я рекомендую сходить на «Макбета», выкройте пару часов своей жизни. Тем более, кстати... именно в кинотеатр, чтобы на большом экране это все увидеть, потому что виды тоже шикарные, картинка очень красочная, очень такая жирная. Там показана и грязь, и чистота, и все это вплетено в канву повествования. В общем, «Макбет», ходите, пожалуйста. Вы видели и слышали Лешу Халецкого, канал «Леша играет». Смотрите интересное кино.